Уняшка, смотри, у меня для тебя угощение. Купила инжир, спелый, вкусный, сладкий-сладкий. Будешь у меня, нет? Очень вкусненький. По цене, конечно, он дороговатый, да, но вкусный. Нюшка, пробуй, может, тебе тоже понравится. На, Нюша, инжирчик. Вкусненький. Что-то, скажи, в нем есть, да? Уняшка, ну давай, доедай. Шмякнула на пол. Давай. Ой, вкусный, скажи, вкусный, да, понравился. Я помню, у меня была подружка беременная. Видит, я ем инжир. Говорит, это что такое? Она даже не пробовала такой фрукт. Хотя он, ну, давно уже продается везде, да, у нас? Да, Нюша? Я ей дала, ей жутко не понравился. Да? Скажи, нет, такую гадость. Она сказала, беременным нельзя есть. Но Луняшка сейчас опровергла ее мысли. Да, такую гадость очень даже можно есть. Ну, Луняшка. Инжиряшка. Вкусненькая травоядинка моя. Вкусненько, вкусненько. Сейчас я тебе на маленькие кусочки поотщипаю, чтобы ты у меня нормально покушала. Ты моя лапонька. Нюшка, ну, а ты что? Нет? Не распробовала, не расчухала инжир? Нет, скажи. Что-то я подозреваю странное в нем. Ну? Ладно, говорит, чуть-чуть отщипну, так и быть. Из уважения к тебе чисто, раз ты предлагаешь. Да, Нюшка? Ну, Нюшка, кстати, у нее есть такая тема, что она опосля только что-нибудь распробует, когда уже Луняшка все съедает. Да? Поздно, говорит, до меня обычно доходит какая-нибудь вкуснота.